Ну, во-первых, хочу всех поздравить с великой победой, можно так сказать. Сегодня 6 лет исполняется Спартаку Пляжному, и поэтому мы сегодня должны были все оставить силы на поле, и все получилось, как задумали. Так что всех поздравляю, болельщиков и ребят с команды. Вы так здорово вписали спартакский коллектив. За счет чего? Может быть, за счет того, что было уже сотрудничество сборной Беларуси с Русланом Пернаем? Ну, в принципе, я знал философию игры Спартака, и поэтому и смотрел игры Спартака, как они действуют. И этот стиль, можно сказать, мне подходит, потому что в основном мы играем некоторые комбинации 3 в 1, 2 в 2, там, где это мой хлеб, можно сказать, нападающий. И поэтому мне больше пространства дается, и где-то появляется сила, реализация и какая-то уверенность, когда ты находишься больше на поле, и поддержка идет с глубины 2-3 человека, как бы. И поэтому, наверное, за счет этого получается помогать команде добывать нужные очки. А есть ли вариант, при котором вы в одной четверке будете выходить с Федором Земсковым или с Остапом Федоровым, с другими столбами Спартака? Ну, я думаю, навряд ли мы втроем будем ходить, но наигровка есть, когда или Федоров на поле со мной, или Земсков со мной, или Федор с Земсковым. То есть два столба как бы есть, но пока она не требуется. И напоследок спрошу, сейчас всех нас ждет матч «Локомотив-Кристалл», такая некая визитная карточка всего чемпионата. Есть ли прогнозы и кого будете поддерживать? Либо вообще об этом не думаете, потому что «Спартак» свои задачи решает. Конечно, это классика пляжного футбола. «Кристалл», «Локомотив» играют сильнейшие
игроки России и Бразилии. Так что будем болеть за красивый футбол. Я думаю, будет игра равная и решится в овертайме. И я думаю, победа будет у Локомотива. Спасибо большое, успехов вам.